Бывает так, что в жизни владельцам этого имени часто попадаются определенные цифры, что несет за собой определенные значения. Если они постоянно встречают цифру 22, то стоит прислушаться к знакам судьбы, так как считается, что ангелы сигнализируют им о чем-то. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Рядом с владельцем этого имени проявляется много факторов, которые несут денежную энергию и финансовое благополучие. Также эта личность символизирует удачу в сделках. Достаточно просто пригласить его на беседу с партнерами, и можете быть уверены, что сделка состоится с максимальной выгодой. Энергетика владельца этого имени даст вам спокойствие и трезвость соглашений. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.